эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Значение буквы О сообщает обладателю имени развитую интуицию, способность испытывать глубокие чувства, а также ставить перед собой четкие цели и добиваться их. Звук Н в имени этого человека считается знаком протеста. Владельцы этого имени способны идти к своей цели, невзирая на препятствия и трудности, однако уязвимы и чрезвычайно зависимы от мнений близких людей. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве И, мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Глубокую преданность отдают тем, кого они любят. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Согласно нумерологии, достаточно трудно выделить какой-то либо предпочтительный вид деятельности для обладателя этого имени. Не обещайте человеку с гласной И в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Размышление, обдумывание перед началом дела, ориентация на семью, готовность помочь, иногда капризность – вот истина этого имени. Главные недостатки владельца этого имени – пассивность и чрезмерная привязанность к приходящим ценностям и жизненным удовольствиям. Часто в характере людей с буквой О в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Также считается, что букве А в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Такт буквы Ж – это страсть, фонтан, огромный выброс эмоций. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Буква Н в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Владельцы этого имени всегда готовы помочь, но иногда бывают капризны. Для владельца имени с буквой Л требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Звук А в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Такие личности могут стремиться к лидерству, но этого добивается путем подавления других. Часто люди с гласной О склонны к консервативному образу мыслей, и принципиальность сковывает их возможности. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.